Очки одень, дружочек. Дорогой Вадюнечка, поздравляем тебя с днем варенья твоего сегодня, с днем рождения, родной мой племяшка. Я тебя обожаю и люблю. Рок, рок. Значит, Вадюнечка вспомнила, как когда ты был маленький, меньше, чем твой сын сейчас, меньше, чем Теодорчик, как мы с тобой ходили в рок-клуб, на рок-концерты, даже Алиса к нам приезжала. Потом, после этого рок-концерта, ты еще говорить не мог, мы заходили домой, а ты уже вот так вот показывал, и тем самым меня выдавал, что мы с тобой были там, где не надо нам быть было. Вот. Ну, было, конечно, прикольное время. Я тебя везде и всюду с собой таскала, я тебя обожала и обожаю. И я тебе желаю здоровья, счастья, чтобы сын тебя только радовал. Жду вас у себя в гости, и Теодорчика тоже очень хочу видеть. И чтобы он у меня находился, хочу хотя бы месяц-два отдыхал, на море его повозить, побыть. И Олежек его очень ждет. Вот тут мой любимчик сидит, видишь? Сидит, тоже хочет тебя поздравить. Это знаешь, кто это сидит? Сейчас увидишь. Ну, давай, раскрывайся. Опа. Вадим, привет. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, чтобы ты жил счастливо, чтобы у тебя было много денег, и ты купил себе хорошую машину, и чтобы Бог тебе помогал в жизни, и ты мой самый лучший брат. Ну, самый лучший. Ты у нас родной, любимый и неповторимый. Мы тебя безумно любим, ты это знаешь. Будь благословенным. Пусть Бог тебя охраняет на каждом твоем шагу, чтобы не подпускал к тебе никакую мразь. Никого, чтобы он к тебе с плохими даже помыслами не подпускал, потому что ты у нас действительно святой ребенок, мы тебя обожаем. Ты у нас родной, любимый, ты настоящий мужчина. Счастья тебе. Держись, братан, береги моего племяшика, скоро встретимся.